Здравствуйте, это «Футбол России». Сегодня с удовольствием, трепетом и, я бы даже сказал, восторгом мы говорим о национальной футбольной сборной. В студии «Футбол России» Владимир Стагниенко и я, Илья Казаков. И мы сегодня вдвоем обсудим то, что сделал Станислав Черчесов и его подопечные в этом отборочном цикле. Володь, по 10-бальной шкале 9, 10 или 11 баллов? 8. Была сделана работа как надо, без нервотрепки. Мы так устали, потому что постоянно какие-то нервы, волнения. А тут спокойненько. Ну да, Бельгия оказалась для нас тяжеловато. Но, собственно, для кого она легка? На чемпионате мира мы видели Бельгию. Ну уж больно много там звезд. Зато со всеми остальными четко, уверенно, почти не пропускали, забивали много. В общем, я даже не знаю. Новые люди есть в команде. Понятно, что там до чемпионата Европы времени еще очень много. Но пока прям все очень спокойно. Скажи, пожалуйста, что ты делал в конце мая, в начале июня, ну даже, наверное, правильно сказать, в начале июня 2016 года? Числа так 14-18, хотя это уже середина, наверное, месяца. В июне? Да. 2016-го я был на чемпионате Европы, как и ты, собственно говоря. Вот. И в общем, питал некоторые надежды меня, как юноши, питали. Но, честно говоря, после матча с Англией их стало довольно мало, несмотря на то, что Англии как раз не проиграли. Но, в общем, я думаю, что тот чемпионат Европы, при том, что в той сборной было немало хороших футболистов и чрезвычайно симпатичный многим, и мне в том числе, и тебе в том числе, главный тренер. Но это, я думаю, что было вот низшее падение сборной. Точка с точки зрения всего игры, результата, отношения болельщиков. Мне кажется, вот тогда была очень плохая история. Над сборной перестали ругать, а стали над ней посмеиваться. Вот это уже совсем плохо, когда собственные болельщики над ней начинают иронизировать. И, в общем, вот после матча с Уэльсом, я думаю, что вот это было. Дно было пробито, безусловно. Я просто пытаюсь понять, вновь и вновь возвращаясь к этому вопросу, что сделал Черчесов за вот эти 3 года, чуть больше, с национальной командой. Понятно, домашний чемпионат мира, полные трибуны, куда сборная не приедет, везде овации, любовь. Супер Дзюба, которого в апреле прошлого года еще близко не было в национальной сборной, он не верил, что туда вернется. Но все равно, вот то знаменитое интервью Слуцкого, где он сравнил всю сборную, включая самого себя, с известной субстанцией, да, и вот сегодня, вот что это, как это, да, вот Черчесов гений, игроки гениальные, мы традиционно поднимаемся в пиковую точку верхнюю, чтобы свалиться через какое-то время вниз и начать по синусоиде подъем снова, вот что произошло, я не понимаю. Ты лично лучше знаешь Станислава Саламовича, ну, я тоже с ним, разумеется, знаком уже достаточно давно, а меня, знаешь, он удивил каким-то достаточно спокойным упрямством перед чемпионатом мира, в том смысле, что ведь критики было очень много. Например, с моей стороны она тоже была, потому что в контрольных товарищеских матчах сборная смотрелась не то чтобы плохо, но никак не смотрелась. И вот постоянная критика, и говорит, что ничего хорошего не будет. Но Станислав Саламович ухитрился, при этом сохраняя внешнее спокойствие, вот свою линию гнуть просто до последнего. И, судя по всему, вот это вселило какие-то очень серьезные симпатии. То есть, когда без... Я не помню каких-то громких интервью перед чемпионатом мира с его стороны, да? То есть, он как-то достаточно себя вел сдержанно. Но при этом выяснилось, что все решения, которые принимались перед чемпионатом мира, тренерским штабом, все были правильными. Я помню очень хорошо то лето 16-го года и наш разговор с Черчесовым. Он прилетел в качестве эксперта на тот чемпионат Европы. Коллегам периодически появлялись разные футбольно известные люди. Он написал, что летит в Париж. Мы увиделись, поговорили. И я в тот момент поймался на мысли, которая вот до сих пор внутри сидит, что Черчесов – это, наверное, первый за очень долгое время тренер сборной, который хотел быть тренером сборной. Дзюба и Черчесов, их союз показал, что они оба умеют забывать про какие-то недоразумения ради общей цели. Сборная же всегда была конфликтной, всегда были какие-то столкновения, споры. Вот эта сборная – первая сборная, в которой на протяжении долгого времени нет никакого конфликта внутри. Ну и помимо этого, помимо Дзюбы, было достаточно много сложных людей у Черчесова. И Игорь Кенфеев с очень непростым характером. Плюс они оба вратари. И неожиданное возвращение в сборную Сергея Игнашевича перед чемпионатом мира, о котором, ну я думаю, что мало...
кто не был в эту историю посвящен, я думаю, что мало кто думал, что вот так может повернуться, а в итоге Сергей Игнашевич просто фантастический турнир провел по уровню. И много-много других, и действительно в сборной все очень спокойно, и, судя по всему, в удовольствие. Ну, понятно, что тут еще понятно, что когда все хорошо, оно как бы и приятно. Безусловно, надо будет на сборную посмотреть и в какой-то стрессовой ситуации. Хотя в Лиге нации была вполне себе стрессовая ситуация. Мы из выигрышных позиций, в конце концов, из группы же не вышли. То есть, и тем не менее, в итоге в отбор вкатились без каких-то проблем особенно. Отрыв от Бельгии небольшой. И ноябрьский матч в Санкт-Петербурге между лидерами группы А, по сути, это проверка звучности слов Черчесова. Первое, по большому счету, что он сказал после матча с Кипром, мы собираемся выиграть чемпионат Европы 2020 года. Если мы обыгрываем Бельгию, в это готовы аккуратно, не то чтобы поверить, но начать это обсуждать. Если мы проиграем Бельгии, то что? Да ничего. Mm-hmm. До чемпионата Европы еще больше, чем полгода. И какой будет сборная? Ведь даже сборная после, даже не то, что после чемпионата мира, а с осени прошлого года, за год, она достаточно сильно поменялась. Много людей появилось. Они не то чтобы новички, они так или иначе были в поле зрения, да, но тем не менее люди меняются, футбол меняется. И я думаю, что через год сборная России может быть принципиально иной. Я не знаю, какой она может быть, лучше или хуже, но она будет просто потягаться с бельгийцами. Мы прекрасно понимаем, что в мировом футболе на сегодня очень мало сборных так здорово укомплектованных. Я не знаю, с Бельгией можно, наверное, только Францию сравнить в этом смысле. А я бы сказал, что наша сборная еще абсолютно непонятная для соперника, потому что количество игроков, которые вызываются Черчесовым, это большой сюрприз. Вот у нас есть еще одна таблица, которая показывает, кто самый незаменимый в этой сборной. Конечно, это Гильерме, который занял место в воротах после Акинфеева. Это Джики, Дзюба и Кудряшов. Вот это, конечно, для меня фантастика и сюрприз. И это еще один комплимент Черчесову. Кто у него основные защитники сборной? Если не говорить про Джики, хотя Спартак сейчас, если я правильно помню, на 11-м месте в турнирной таблице. Но место Джики никогда, в общем, и не подвергалось сомнению. Это игроки таких клубов, как Ахмат и Сочи. И вот с этим составом сборная, пусть даже группа может показаться слабой, играет матч за матчем на ноле. Это что-то удивительное. Да, это правда здорово. Ну вот как раз будет еще одна возможность посмотреть, когда придется Де Брюйна и Азара сдерживать. Потому что если эта схема будет работать и в матче с бельгийцами, даже если мы один там мяч пропустим, но это будет уже говорить о многом, это правда. Место Марио Фернандеса в сборной, это понятно. То, что будет Головин одним из лидеров, это, наверное, тоже понятно. Но если бы сразу после чемпионата мира нам сказали, что основными игроками, которые проведут много матчей, будут Аздоев, Ионов и Ахмедов, я думаю, что мы бы удивились. Потому что тогда у того же Ахмедова непростой отрезок в карьере был, и у Аздоева был непростой отрезок в карьере. Ионов играл у Черчесова в «Динамо», и это один из его любимчиков. Он с самого начала у них была забавная история. Может быть, они когда-то о ней расскажут, как Станислав Саламович его воспитал одной фразой, когда засомневался, насколько Ионов качественно проводит тренировку. После этого вопросов не было. А Аздоев действительно, да. Аздоев – это открытие, мне кажется, нынешнего года. Я сейчас предлагаю немножко увести разговор от национальной сборной к ее ближайшему резерву, к нашей молодежной команде, потому что с кем не поговоришь из футбольных людей, все закатывают глаза и говорят, что такого подбора игроков, как в молодежке, давно не было. Это лучшая по составу молодежная сборная за многие годы. Тут и голкипер Сафонов Максименко, тут и многострадальный Федор Чалов, который никак не может в молодежке заиграть, как в ЦСКА, его все в первой сборной ждут. И молодежная сборная, к сожалению, играет пока ниже ожиданий. Я не знаю, Володь, насколько ты внимательно за резервом следишь. Я слежу, да. Но я просто... Я чуть меньше, наверное, чем ты смотрю футбол по времени. Чуть меньше работаю, да. Но вот сколько я себя помню, каждые 2-3 года говорят, что молодежка действительно вообще супер уровня. И действительно, многие игроки, которые в этой молодежке играют, там через несколько лет становятся игроками первой сборной, но процентов 90 всех составов молодежных в итоге ничего не добиваются, а когда мы играли на Олимпийских играх... Но тем не менее, да, Чалов, за него Кристал Пэлас предлагал какую-то сумму. Известно, что Евгений Гиннер вот негласно дешевле, чем за 30 миллионов евро игрока не отпускает. Поэтому, наверное, Фернандес до сих пор сидит. А Шапи Сулейманов, Игнатьев, интерес дортмундской Боруссии вполне предметный, за те же деньги был, да, и, по крайней мере, уже это говорит о том, какая это сборная. Я не помню, чтобы предыдущих игроков молодежной команды в этом возрасте пытались купить за такие деньги.
Нет, там сборная действительно по составу очень мощная, а главное, там сборная людей, которые уже в клубах не просто выходят, а в клубах важную роль играют. Отчалов пока в распоряжении молодежки. Если молодежка не попадет на свой финальный турнир, то вот у меня вопрос, насколько Черчесов будет свободен и... не то, что свободен, будет свободен. Насколько Черчесов захочет привлекать к этому расширенному майскому сбору перед Евро-2020 Сафонова, Максименко, Уткина, Чалов? Чего ж там греха таить, мы прекрасно понимаем, что если в случае с Денисовым это была все-таки не игровая история, а история взаимоотношений, то в случае с Чаловым эта история исключительно футбольная. То есть, безусловно, можно спорить с Черчесовым, это тоже нормально, можно там задавать вопросы, болельщики предъявляют претензии. Это совершенно тоже естественная история, всегда главного тренера любой сборной, того или иного футболиста всегда спрашивают. Но Чалов был в сборной, в матче с Бельгией выходил на поле. Сейчас Федор стал играть чуть менее ярко, что, наверное, для его возраста естественно. Я уверен, что если он будет забивать, он будет на расширенном сборе. Я не знаю, как там с построением игры, потому что, ну, есть Дзюба, понятно, что в нынешней форме сочетаемы они или нет в одном составе, это еще один вопрос. Но то, что да, будет, и Игнатьев будет, и Шапи будет. Еще раз скажу, вопрос, кто поедет в конечном итоге, кто будет играть. Я все-таки думаю, что в нападении, вот если мы говорим, да, о линии футболистов атаки, место центрального нападающего занято очень серьезно, да и на флангах все довольно сложно. Давайте подтвердим это статистическими данными. Сборная России забивает очень много, и это еще одно достижение команды Станислава Черчесова. Я со времен Олега Романцева, когда он в первый раз пришел в сборную в отборочном цикле к чемпионату Европы 96 года, не помню такой легкой забивной команды. Это лучшая сборная вообще на твоей памяти? Вообще разные сборные, разных времен сравнивать, наверное, дело совсем последнее, но у меня любимая сборная — это сборная ГУСа, конечно, на чемпионате. Может быть, психологически, так долго ждали, 20 лет, да? Может быть, еще по каким-то причинам, но в конечном итоге, при том, что эта сборная, она замечательная, но все-таки хотелось бы увидеть вот этот вариант, да, уже в финальном турнире и в матче с сильной командой, победу над сильной командой. На чемпионате мира качество тоже было хорошее, но самый хороший футбол объективно мы показали в матче с хорватами. По качеству, да, то есть ни в чем не уступили, потому что с Испанией больше, там надо было больше бороться, это сделали прекрасно, но вот с точки зрения футбола, но, к сожалению, не вышли в полуфинал. Поэтому мне бы хотелось вот увидеть на крупном турнире, но нет ни одной причины, по которой эта сборная не может стать лучше. Я хотел тебя спросить, что ты ждешь от жеребьевки, каких соперников, потому что сколько было смеха, а нам подогрели шары перед чемпионатом мира 2018, потому что Саудовская Аравия, Египет, кто это, что это? Ну, Уругвай, ладно, да. А тот же самый сейчас. Кто нам достался в группе А? Бельгия, да, но Бельгия — это команда, которая до матча за третье место дошла, а все равно это вот просто всплеск и не более. А все остальные — это, ну, нет, не поймешь. Но есть 4 сборных или 5, да, с которыми объективно понятно, что мы будем уступать при любом. Бельгия — одна из них, кстати. Бельгия, Франция, Испания, Германия. И все. А с остальными? Нет, конечно, условно Италия, условно Англия, это тоже все очень тяжело, и средний уровень повыше, безусловно. Но здесь разрыва большого не будет. Поэтому, честно говоря, мне даже интересно будет посмотреть на нашу сборную в единоборстве там с немцами, например. Я бы очень хотел, чтобы досталась Испания, потому что один раз мы обыграли эту команду. Есть апокриф, как после того, как стало известно по приземлению самолета, пилот сначала объявил команде, что досталось Португалии, обрадовались, он говорит, нет, Испании. Немножко футболисты расстроились, и Черчесов сказал команде, спокойно, у вас тренер есть, а у них нет. Это правда, кстати, да. Это абсолютная правда. Почему Испания? Потому что когда Черчесову на фоне всех этих слухов пишешь или говоришь, ну что, Спартак, через какое-то время он говорит, почему Спартак, а не Реал, Барселона или Бавария, да? И если, мне кажется, вот достанется Испании, и мы опять ее обыграем, вот эта вот шутка, может быть, она и станет чем-то не смешным. Не вообще, шутка. На самом деле, вот я не знаю, как насчет Баварии, но посмотреть на российского тренера в сильном чемпионате, это
такая совсем для нас редкая вещь. То есть игроков-то мы периодически видим, того, другого. А чтобы тренер играл, работал, да, играл со своей командой в элитном чемпионате, я даже не припомню такого, если честно. Если мы выиграем группу, то как это воспринимать? Наш футбол действительно вот шагнул вперед серьезно и уверенно? Или все дело в Черчесове, в его штабе и в той атмосфере, которая создана в национальной команде? Само развитие футбола комплексное, да, история достаточно сложная. Мы видим, что клубы у нас, ну, может быть, в этом году в Лиге чемпионов кто-то сумеет из группы выйти, но годами, уже довольно долго команды этого не делают. И мы видим, что сейчас в Лиге Европы есть проблемы. Нет, я все-таки думаю, что когда играет национальная сборная и добивается успехов, это говорит о некой правильной работе в том, что касается первой сборной, и, безусловно, говорит о неком прогрессе, но говорит, что прям футбол вышел на следующий уровень, я бы пока поостерег. Мало того, если мы выиграем группу, это будет прекрасно. Но даже если мы проиграем группу, опять-таки ничего страшного в этом нет. Потому что это как история с Уругваем. Ну, не было у сборной на чемпионате мира обязательной цели выиграть группу. Вот во что бы то... Такая задача не ставилась. Ставилась задача выйти из группы. Да, получилось в последнем матче обидно, больно, безусловно. То есть уругвайцы показали хороший уровень, а наши ничего не показали. Но опять-таки задача была из группы выйти и готовиться к матчу 1/8 финала. Что в конечном итоге было сделано. Почему-то считается, что среди болельщиков, что надо равняться обязательно, там, на какой-то совсем. Надо же шажочками, потихонечку, по ступенечкам, понемножку. Спасибо, Володь. Маленькими шажочками вперед к большой цели. Все в Санкт-Петербург в ноябре, где сборная России играет против Бельгии. И как-то не то, что не страшно, а вот хочется, да, чтобы интересно, быстрее это произошло. Но «Футбол России» с вами не прощается. Мы будем говорить на следующей неделе уже о национальном чемпионате. Володя говорил про то, как интересно посмотреть было бы на наших тренеров за границей. А мы посмотрим на не нашего тренера здесь. Доминик Тедеско дебютирует в качестве наставника «Спартака». Это, конечно, будет одной из самых главных тем.